Хуй Хоти дальше, значит. Да уже этого добить надо. Блять, ладно, я сейчас сам хотел. Обещай кофе, бро, мы сейчас нам пиздец просто. Андрюха, блять. Что ты там делаешь, замыть его? Все, го. Она в ШП? Да. Блядь, грилит ловим, кабы. Хуя грилит, у бока фласки ебашит. Тоже у бока фласки выпил. Да нахуй нам надо. Все, го, го, давай, без отчета. Дорого, богато. Вот и поэтому дохода мага не хватает. Буквы. Отошли вправо быстрее. Я бегал. Блять, это просто нахуй пранк какой-то бегал. Ну у тебя блинк есть. Какой бегал? Я бегал. Не знаю, посмотри, какая у тебя метка будет. Никакой. Пока-нибудь рельсы право отошли. Сразу другую береши. Ну, блядь, все, потому что у него фиолетовая метка была. Конфликт стихии произошел. Тесно, блядь, ну отбежать из лужи, которая 3-4 секунды, блядь, взрывается. Я многого прошу, наверное. Мне кажется, за это время мы бы уже две печеньки с Каррегер выбили. Ну, блядь, ну... А да, как ты там? Как ты хочешь ЛК Гер проходить? Ну, это же пиздец. ЦЛК Гер? Ну, посмотрите, да. Видос там пиздец, по-моему, конечно. По-моему, ЦЛК Гер будет легче. Да, нет, да. Не будет легче. Там боссы такие же, нахуй. Такие же выкрутасы делают. А там вообще потом боссы будут пиздец. Ну, тюрьму с пугами пройти можно, а мы не можем, блядь, гильдии собрать. Ну, мы не пуги. Просто мы чего-то не понимаем или чего-то не замечают люди, хуй знает. Нас из лужи убежать не могут. Что тут поможет, я не знаю. Бог только. Небо поможет нам. Мне кажется, эта тюрьма, ну, не стоит того, чтобы в ней задрачиваться, потому что выпадет 60 чарок случайных. Ну, по крайней мере, если вайпаться так. Ну да, ну, блядь, она проходится за полчаса, пиздец, ну, легкий босс. Наверное, проходится теми, кто знают тактику, то точно прям что делать. А мы-то не знаем нихуя. Ну, мы уже поняли тактику, осталось только ее исполнять. Крюк, давай. Ходи. Ну, блядь, поезда пережить и выйти из лужи. Пиздец. Блядь, самый конченый босс в мире, блядь. Ты, блядь, второй скажешь. Гол. Ты еще конченых не видел. Не скажу про второй, потому что я заебался, у меня уже палец болит на топе уже. А, да? Ну, ладно. Лучше в начале, чем потом под лужи. Грилли, что за хуйня? Это фонтан, скорее. Фонтан заморожен. Смотри, сейчас лужи, фонтанчики. Выжили, сокрушающие. Ага, да, смотрите.
бегать будем, скорее всего, направо. Он фонтанчики подает. Нормально. Скоро же спальный обстрел будет. Сейчас уже, смотрите, поезда. Вперед прошли, налево, право сразу вышли. Все, заебись. На мне отвлечение. Уху. Живем. Пойдем на фу, сейчас поднимем. Кто-то хуйня каст сбивает. Воющий ветер или еще за хуйня. И какой-то определенный урон носит. Давайте еще один поезд пережить, босс убит. Сбежались на эту метку, влево выбежим. Или вправо. Выбежали, выбежали, не стоим, не стоим, не стоим. Великий. Блять, опять отвлечение на мне. Уник умру, ничего страшного. Ну я хз, я выбежал. Ничего страшного, ничего страшного. Все. Право выбежали быстрее. Поезда право вышли быстро, мелики. Слева, лево, сразу вышли, вышли. Блять, отвлечение поймал. Кир, прохиль. Понял? Боже. Все, ничего страшного, давайте. Там осталось хуйня. Ебать. Айсбаун дай? Уже был. Чё так больно-то, ебать? Ладно. Давай, блядь, Керос умер, да? Поплыл слишком много, я не знаю. Я пытался к вам. Отошли, отошли быстрее. Под меня сбежись, опять налево отшли. Друг от друга рейндж поймали? Нас сейчас пробивать будет подружение. Друг от друга рейндж поймали, РДД? Чтоб когда было взрывание этот. Блядь, ну пиздец. Бля, я уже верил, что мы пройдем, но что за хуйня? Бля, так близко уже. Он так должен в лизоне столько луж сделать. А эти лужи обязательно под босса относить фиолетовые? Нет. А может тогда эти милики, ну кого кидать метку, будет назад выносить лужу? Ну ладно, тогда стаунтите босса с меня, я тогда отнесу куда-нибудь, куда отнести. Ну нет, про тебя я не говорю, оно же иногда просто на милика кидает. Ну смотри, там надо, чтобы в радиусе 8 метров стояли другие и разделили урон, иначе чел сдохнет сразу. Там надо подойти и разлить. Вы еще просто выходите и дальше видите, мы по комнате дальше пойдем. Ну просто ты видел, что получается по итогу. Там стоять да нет. Там вообще пиздец. Там 10 тысяч луж просто. Кстати, может локовские камушки взять? Да, давайте локовские камни. Обычная рыбка есть? Надо будет потом таланты поменять. Ты спекни Веронику в хила, а сам в ДД иди. И... С вами стоять? Да. Потому что... А кто потом на ДДшников направлять будет? Да, похую вообще. Ну, пускай думают сами, блядь. Потому что у нее 7 тысяч, у тебя хоть 10, там, 13 будет. Мы хоть, может, эти два ляма успеем занести. Так я же, мне же двигаться надо. Я же постоянно встанем, блин. А, ну, ну да. Точнее, точно. Да. Я же поэтому я бы так и спекнулся.
Да пусть она там, блядь, просто выживи и все. Все бурсы свои спланы, давайте. Все зашли? Давайте, 3, 2, 1, гол. Короче, фонки же далеко не могу покинуть. Как достаешь? Да. Отошли быстро. В разные стороны убежали. Все, занимайся. Сбежались в метку, потом влево отойдем. Отошли быстро. Сейчас будет рельсы. Все, рельсы. Право, давайте. Вот это раньше уже ловите друг от друга. Вот эта штука, она больнее будет каждый раз бить. Нет, он пока хилит. Вы подойти нет, или к вам подвести босса? Че вы там стоите? Не-не-не. Вы-то бейте дальше, идите. Мы здесь стоим, нормально. Бежали от этой хуйни. РДД, к мою сторону идите уже потихоньку. По моему медленному шагу. Сейчас под кем-то уже будет, не понял просто. Иди за метаться, смотри. Блядь, прохил! Да сука! Пиздец. Блядь, резни быстрее, Вайда. Похуй. Я пока держу, забирай. Сука. Забирай его. Надеюсь, не зеленый, но как иначе пиздец. Бежали, сука, налево, сразу направо. Выше, выше. Зеленый, да. Пиздец, отвлечение. Новый день, кстати, дайте. А, блядь, уфа, блядь, выходите, я не знаю, нахуй. Не, Вероника, иди спекайся, блядь. Хила, я буду на совет там стоять. Не смогли смириться с поражением. Не, ну это пиздец, я не знаю, что это. А у тебя кота нет? Есть нет, у него? Нет, кота. У меня кота, да у него ван лететь надо. Хотите, я у кота спекнусь? Ну, если так легче будет в Мелизоне. Был бы ДЦ, да. У нас ДЦ наша поиграть хочет. Ну, кстати, он поначалу дамажит не так сильно. Может, да. Может, в соло попробую похилить поначалу? И вы просто зальете его ДПСом? Мы да не успеем. Да, попробуем, что. Сака нужна будет? Ты хочешь сказать, чтобы мы сразу, ты в одного хила, и мы его резко уебали? Есть гимн, ну, мало ли. Есть незыбка, есть гимн на первый пояс, там, или метку незыбку, там, когда отбегаете. Ну, похуй, гол. Сейчас все ДПС. На первый пояс выживем? Нет, спекаться или нет? Нет, нет, сейчас прям будем бурсить его по-черному. Все припоты бьем тогда. Сейчас он за 10 я секунд умрет, нахуй. Может, я попробую в Амане так? Нет. О, нихуя. Благодарочка. Рыба для богатых. Я не про рыбу. Похуй на нём. Давай, Антон, сейчас мы его отпишем. Если чё, спокойствие есть, гимн, нахуй. Незыбку скажешь, когда, блядь. Незыбку под поезд давай. Или подвинь, там эти взрываются под вами, под миликами, или незыбку давай.
Все, давайте. На счет 3 тогда с припотами. 3, 2, 1, гоу. А чё, Сумбро? На мне. Выберет? Там. Пули выйти. Давайте, на изобку давай. Ложил. Спрашивающий. Я не давал. Окей. Сейчас будем отбегать от этого, скорее всего. Не стоп выйти, класс, потом. А, не будем. Давайте больше. Блять, вперед за мной побежали и налево сразу. Все плохое, на фанке жду. Почему конфликт стихий? На хп читай. Читай на хп быстрее. Все, давай быстрее добиваем. Только что-то резайте, блять, дамага-то нету. Да давай, блять, на... нет, он сейчас конфликт стихии будет, нахуй его резать. Друг от друга РДД, поймайте рейндж, видите, вы дамажите друг друга. Тотемов нету даже. Где я контотемы? Крушающий. Блять. Нет фонтана. От фонтана? Мне сокрушающим казалось. Это метка тьмы. А, метка тьмы. А, перегрузка убила. Ну давайте, мы еще можем успеть. Залупа ебала. Блядский бот, бежали нахуй. Давайте еще живем, дамажим больше. Рейнджу поймали. 5 метров там нормально бы по другу держать. Ебать, поезда отбежали быстрее и сразу в другую сторону. Похуй. Опять конфликт стихий, да блядь. Почему? Ой, ты поймал зеленую, что ли? Хуй знает. Блядь. Ну, кстати, получилось бы. Давайте еще так же сделаем. Сейчас получится. Это залупа ебаная, нахуй. Почти получилось. Мы сдыхаем, как дари, нахуй. Не можем понять, от чего, блядь. Да как от чего? Вон они умирают, милики постоянно. Ебать. Может, давай РДД рейд сделаем, нахуй. Да, Лара. Я не знаю, нахуй, что надо, блядь. Ну, реально хуй знает. На поезде зеленую ловить нельзя. А че в доллара не забыл? А 3 тела милика как сдохли? От чего? Я не знаю, от сокрушения, наверное. Нет. Есть же в спот. Они же сказали там, а да. Вот отметки, чего там сдохли. А, это где. Это где лужа появляется, из нее выбежать надо, да? Вот этой хуйни. Ну надо, чтобы в 8 метрах там были другие, чтобы разделить урон. Там 70 урона на двоих разделилось, они сдохли. Да не, вставай, долго очень идти. А сколько у нас там второй рейд ссылка? Он завтра. А, ебать. А разве так это работает? Вот смотри. Смотри. В течение 6 секунд наполняет метки скверной
нанеся 70 тысяч урона от магии огня, распределенного на всех противников в радиусе 8. Мы поэтому сбегаемся. Мелики тоже должны сбегать, у вас такая же метка есть. По окончании образует очаг скверны. Просто из очага выходить? Ну да. Сперва урон разделяешь, а потом из очага выходишь. А которая взрывается, это колодец. Так, а колодец? Это просто, да, это колодец. А, подожди, у Милик, у темных колодец, а у вас просто вот эта хуйня. У нас тоже такой же колодец скверный у нас. Он появляется после этой метки. Ну у них там меньше, у них. А у нас у вас побольше появляется. Нет? У нас в 100 раз больше. У нас 10 этих колодцев. Все, нет, все еще. Что нет? Не убили? Нет, почти получилось. Поставьте, есть у кого-нибудь? Сейчас там, сука, 100 чарок выпадет нахуй. Каждому, блядь, на все спеки нахуй. Ебать, там сейчас на бокал упадет. Каждому по 3. Ебаный в рот, нахуй. На ботинки. 5 ШМов, нахуй, 5 ВХ, нахуй, волониры, блядь. А таридал можно? Таридалы выпадут, нахуй, похуй. И азенотки. Да, по-любому. Просто и миллиард голды, нахуй. Напомните мне каждому. Фласк еще сделать. Что? Фласок? Да. Делай фласки. Ну, делай фласки. Сейчас пойду. Да, вот же Джефф стоит, купи. Где Дживс? Ну-ка, да я починюсь, блядь. Че это за хуйня? Да. Тушный босс. Заебал этот босс ебаный. Собака двуголовая, блядь. Все, давайте с припотами заходите быстрее. Сейчас, если все выживут, у нас получится за 2 минуты его убить. Сейчас. Что потом этот маунт? Два сквала пережить и все. Будете на боссе там бегать. А чё говно? Ну чё там, алло, блядь. Ну что там с деньгами? Дай каску нормально. Уже. Не. Да, не ври. Все, благодарю. Купила свечи на 20. 5, 4, 3, 2, 1. Бать, я не прокает специально, не туя. До сих пор звездного огня нет. У меня еще подвисло, кайф. Шли быстрее, ну стопайте, каст. Ну, отлично. Потрясающе. Милики, под вами сейчас фонтанчики будут. Не знаю, как живите, но... После фонтанчиков сейчас будет этот шквальник. РТД поближе, знаете, чтобы в шквале нормально побежать. А у одного ДБМ нихуя уже не показывает, сколько тратит. Смотрите, быстро выбежи вперед. Ну куда ты назад бежишь? Айсбаунд? Жми, выживите. Блять, хуюк еще закон. Не, ГГ пох. Не, нормально, давайте. Живи просто. Отведи его подальше, там же лужи везде, мелько бить нырями. Это единственное. Без лужи сразу выходит просто. На мне метка. Сжались потом сразу направо. Все, быстро упал. Бля, еще луж. Все, рейнджи держите друг от друга. Бля, есть стать? Фаерман. Не, сам был бы. От рейндж поймите друг от друга. Пойду пока что-нибудь кидайте. Ой, живи. По минус кашу. Ну, вайда, вайда, вайда. Блять, это на синяя метка, иди с ними бегай. Давайте, ебашим. Вторые приплоты пейте. Отошли, блять. Леса века на быстрее. Шквальник.
рельсы, давайте. Так, он вставай. Иннерс возле. РДД раньше поймали. Нажми гим, нажми, я это читаю. Все, отошлите от РДД. Ух ты, ёб твою. Давайте. Похуй, просто бейте. Давайте. Сейчас. Чуть-чуть еще осталось. Давайте, герои Орды. Похильте. Блять, опять конфликт стихии, но ты стоишь! Господи, боже мой, ну почему ты стоишь рядом с ним, блядь? Могли убить, давайте, давайте. Саша, ну почему ты стоишь с ним рядом? Конфликт стихии, ну пиздец. Давайте, давайте. Да все там могли убить, могли. Но Эркон подошел к уставшему, уставший к Эркону, и все, и конфликт стихии. До конца! Давайте, давайте, давай. Уставший хил танка. Давай, блядь. Давай, Вита. Отойди от него только. Грилин, давай. Грилин. Не подходи, не подходи! Подхили Эркона, Эркон. Подхили его. Пиздец. 300к. Хиль, хиль, грилин. Да не добьется. 1%. Кого? Больше дот. Да ну не. Блять, ну, это надо потому, что ну, вы издеваетесь, что ли? Ну почему вы подходите с разными метками друг к другу? Кто там в центре стоял? Вообще, с РДД просто подошли, Экон к нему подошел, и все, пиздец, конфликт стихии поймали. РДД просто по разным сторонам разбегаются. Но в конце они должны рейндж держать, потому что там мид не прохилить. Короче, ДПСика надо больше, блядь, чтобы сюда идти, нахуй. Не, то это но надо, чтобы у нас мили-зона не умирала с пула в начале. Дело не, да. Первого шквала. Минус 2 сразу у нас было. Давайте. Ну, ДПСика больше, и чтобы мили-зона не умирала хотя бы минуту. И чтобы, ну? чтобы в мили-зоне было 5 миликов, а не 4 милика и 1 хан. Кинь СС на Экона, вдруг он умрет, у меня ЭБР нет. Ага, в мили-зоне 3 милика, хант и хил. Лучшая компания, я считаю. Да, вот хант в мили-зоне точно. А, грилли тафлик? Грилит Африка, пускай, да. Хант идет к вам, а грилит туда, в мили-зону. Он один хуй это дотки обновляет, у него стрелы мгновенные. Сможет он играть в мили-зоне? Да зачем Хант и так справляется? Блять. Я речь веду о том, что вот ДПС у Ханта 8000, нахуй, залупа полная. Не, грилит, ты сможешь в мили-зоне? А вдруг он сейчас в мили-зоне возьмет и сдохнет? Я хуй знает. Не, уставший, тебе не надо в мили-зону, тебе надо постоянно стоять на месте. Просто ДПС залупа полная, нахуй. Да мы справимся, просто мне это не делать. Давай один трай, а потом как ты хочешь. Давай. Уж БМа, блядь, пятница. Какой нахуй БМ? Давай. 5, 4, 3, 2, 1. А рыбу не ставили, да? Ставили. Блядь. Ебать, этот звездный огонь специально не прокает, как будто. Ждет, пока проки закончатся. Смотрите, сейчас взрыв будет. Разбежались. Заебись, выжили. Прощаюсь. Заебись, выжили. Милики, под вами фонтанчик будет, выживись. После фонтанчика, скорее всего, рейвис не будет сейчас. Рейвисы. Вперед вышли. И назад сразу же. Все, друг от друга рейндж поймали, РДД. Керосу прохил. Помоги хилить. Я на нас буду хилить, Кекон хилить их. Давай. Все, мне прорвали красный. Придал на фон.
Сбежаешь под метку. Колодец. Направо. Быстрее выбежали. Блять, это клон твой сдох, я уже охуел за жизнь. Плохо. Дрэнш поймали друг от друга? РДД. Сука. Отвлечение споймал, блядь. Просто уже нет. Чуть назад ретироваться надо. Назад ретируемся, сейчас будет опять конфликт стихии иначе. Больше ДПС, я думаю. Да я понимаю все. Давай. Да, Обстрел, смотрите. Обстрел. И опять направо, давайте, быстро уж. Все, сейчас ресните кого-то нахуй, чтобы немножко по ДПСили. Нет. А, точно надо. Нет. Приключения. Блять, ГГ нахуй. А нет, вижу. Похил? Давайте. Больше вон. Вот стоим. Сокрушающий. Не подходи, не подходи. Ух ты, блин. Керуса похил. Давайте больше ДПС. Присадка и ваш. Метка. Блять. Три. Два и пять. Полтора. Легчайшая, блядь, нахуй сказали, нихуя себе. Получает нанести критический урон перчатки, кольчуга. Опять. Лестите, пожалуйста. Блядь, нахуй, блядь. Маунт. Это не маунт, это пет. А, это пет? Петерол. Го петерол. Петерол. Кстати, по 115 голды каждому дали. Вот я это да. Не, 143, да. Больше ушло. Давай пета в коллекцию, ебать. Все, подожди. Я же говорил, вот смотри, вот, блядь, мы тут травим 5 часов, нахуй. Падает, сука, чарка на 2% крита. Говно ебаное, нахуй. Там 100 чарок, из них падает только на 2 крита, нахуй. Подряд, блядь, 2 штуки, нахуй. Как он тебе этот кольчугу? Не знаю, как оно работает. Если оно на хила работает, то... Хотя нет, это перчатки это или что там выпало вообще? А это на Эле может или нормально будет? Это перчатки на Эле. Ну, на Элеме у меня там Т4 вроде. Ну, он с этого не крит. Огнестрел на да. Выпало. Короче, параша, нахуй. Шмот говно, чарки говно, инс говно. Пошло все это, ладно. Еще один блок. А кому это? Да, ходить не буду. Давай мне огнестрел. Так это танковский огнестрел. Так я его на трансмокозе. Все равно никто больше не может огнестрел найти. Я твою мать. Я думал, ты больше будешь. Что за хуйня? Что ты про ДПС? Покажи его. Нет, я про пета, блядь. Ебать, что больше. Это? Вот я того же мнения, нахуй. Покажи эту крысу. Ебать, все. А вон, сейчас придет второй босс, это будет пиздец. А что за хуйня? Вы ролили эту хуйню? Ну-ка, дай я кину ролл. Какую? А чё он такой мелкий? Он на крысу похож. Я того же мнения, думал, он больше будет, блядь. Короче, нихуя не ясно, нахуй, на этом боссе. Там происходит какая-то херня. Это все, что нужно знать. Просто на удачу убили. Ой, на удачу, блядь. На удачу это из первого трая закрыли. На стреле тогда. Не, ну двоих это, по-моему, сильно. У меня счастливая слеза потекла.
еще достижение получить, что ни один член рейда где-то под обстрел тьмы и скверны не попал. Нихуя! Будешь пугом линковать нахуй, чтобы в рейд попасть. Ну, я когда под поезда не попадаю. Ну, короче, там чел на 10 миллионов. На сколько? 10? 12. Ой, это мало. Так, у него две. У него фазы, у него фазы, блядь. Какие-то фазы у него разные, да? А можно с того босса рекаунт? А, это Йоксарон, нахуй. Да всего лишь. А, ясно, хуйни. Бля, только не Йоксарон. Короче, смотрите, босса несколько. Он кидает метку, в этой метке, короче, появляется портал. Ну, типа сверху. В эту сверху надо, чтобы кто-то встал. И там. Иначе будет большой урон лутать. После этого сверху. Нет, по одному стоишь. Потом, милики, для вас отпад. Босс будет кастовать два дамажащих скилла, это вокруг он какое-то дыхание кастует, и вот эта лужа, короче, черная лужа сперва впереди, рядом с ним, а потом сдалека от него уходит. То есть сперва назад или вперед, или как наоборот, он может сперва сдалека начать эту лужу делать, а потом вблизи. Короче, кольцо такое, видите. Ебать, здесь столько всего скиллов, это все первая фаза. Вот, области тьмы, взрывающаяся тьма. Потом нестабильная субстанция, босс, вызывает трех мобов. Эти три моба нацелены на одного чела. Когда вы поймете, на кого он нацелен, вы отходите в дальнюю комнату и по одному мобу взрываете об себя под щитком. Там будет появляться лужа. Параша ебаная, нихуя не ясно. Ничего не понятно. Пиздец, там текста нахуй охуешь читать. Да. На второй фазе, короче, чем он отличается? Он призывает, короче, кидает проклятие. Это проклятие создает воронку, которую пиздец как много урона делает. Ее надо одну под боссом поставить, а остальные далеко от рейда. Потом будут появляться сферки. Сферки вокруг тоже дамажат, как на этом смотрителе, только быстрее. Эти сверки заливать не надо, потому что у нас для дамага не хватит. Мы должны чисто босса появиться. Ну, сейчас походу разберемся. А она случайно выбирает. Потусторонний портал, я говорю, она случайно выбирает. Не отпекаться. Ты в хиле уже должна быть. Нахуй они столько текста написали? Давай, блядь, 5 хилов, короче, в 2 танка, нахуй, и как-нибудь заливать. Короче, вот еще, на последней фазе погружение во мрак будет. Когда он эту штуку кастует, мы должны в эту сферу, которая наносит урон, туда зайти в момент каста. Иначе шотнет. В этой сферке, короче, там должны быть айсбаунда, масса кра, все, что есть. Но короче, мне кажется, надо сейчас просто пулять, ни о чем не думать и просто визуально смотреть, что происходит. Да. Вот это весь этот текст хуй поймешь, потому что там его реально дохуя читать надо. И бы хоть заранее сказал, я бы кашную рыбку сожрала. Как его запомнить вообще? Короче, похуй, блядь. Просто давай похуй, пошли, хуярим. Дай попью. Ебай. Да вон на тебе, Инор, все равно сдохнет. Пару раз упадем, уже будем понимать, от чего падаем. Посмотрим, там река. Я читаю, блядь, надо заранее читать, а не во время рейда. Да ебать, там читать, ты видел, сколько там читать? Там нихуя не ясно. На практике быстрее поймешь. Да, блядь, давай, уже вайпаемся, короче. Сейчас вайпаемся, стопудово, поехали. Геро не даешь, а даешь после 50%. Короче, пока изи. Сейчас он маны наберет. Вот. Все. Приходите, чини, смотрите. Что произошло, блядь? Отбегать. О, видите тьму? Отходите от нее быстрее. А-а-а. Прохил мрак. Ебать. Прохиливается, короче, это можно похуй. Вы видите тьму? В тьме стоит. Вот эта хуйня, из нее надо, чтобы кто-то в нее встал. Все, я встал. Иначе она всех дамажит. Не, ну ты видел, это прохилилась хуйня. Было похую вообще. Ну там потом еще сильнее будет, там еще и сверки не дамажится. Дыхание мрака прохилилось. Что происходит? Ебать! Там руки нестабильные, смотрите, на кого загнаны. Отходите назад просто. На кого бежит?
Ни на кого, ну не показывает на кого. Да. Блять, а куда они? А вон. Женя. И Женя. Короче, подсветит. Алло, он взрывается. Алло. Сука. Блять, она мили зона идет. За кем? За мной. Давай, я взрываю. Геру, знаете, быстрее. Все, взорвал, нормально. Ебашься, босса, похуй. Все равно. Ебать, что происходит? Избавить, прожми, давай. Я уже КД, бля. Ебать, проклятие, вынести проклятие. Что делать? Даю войско, похуй. Просто хуярьте, поебать вообще. Отойди, брат, быстро. Сейчас, когда будет кастовать вот эту хуйню... Ебать, гим на ХП, гим на ХП, гим на ХП, гим на ХП. Все, заебись. Еще раз дыхание будет. Отдадите. Отдадите вдвоем спокойствие. Сейчас еще если дыхание. Просто хуяем. Где Женек, я его резнуть хочу. Готовьтесь. Быстро зашли внутрь, быстро зашли внутрь, иначе сдохнем. Быстро зашли внутрь. Да, внутрь. Я сдох, я сдох. Внутри этих сфер, я же говорил. Сука. Ну могли уже. Ебать. Короче, это изи босс. Просто был сложнее. Нет, если он не отдаст мне волонир, я расстроюсь. Короче, шанс убить есть, да? Да. Хуярить надо. Нахуй его, блядь, сразу спорить. Это все... Три хила можно спокойно. Зип. Просто... Нет, смотри, одно сверху возле мили зоны. Ставите, это древнее проклятие Йоксарона называется. И когда он эту мрак кастует, я же говорил, вот, погружение во мрак, вы должны в эту сферку встать, иначе вас шотнет. А, короче, и когда бублик вот этот происходит, надо зайти в сферку. Погружение это... во мрак называется. Дайте его кафлазку на. СС на кого-нибудь киньте. Спасите. Жень, что случилось? Давай, Женя. Спасибо. Что-то давай. Уже не происходит. Это все червяк из яблока. Давай, ты обосрался. Я ему давал бы. На него чудовища побежали. Как я ему давал бы? А он прожал глыбу и сдох. Бы не убили, стоял, ничего не делал. Убили бы. Но если бы вы зашли внутрь, то убили бы. Там кто-то ловил. Там он, эти мобы сами выбирают человека, и они взрывают их. Просто по одному. Ну ты жирный. Я вообще не понял, куда заходить. Говорит, они когда умирают, они лужи создают. Говорите, поэтому... заходить? А там одно... нескольким человек можно зайти? В одну? Да, вообще похую. Я не понял, ты говоришь заходить, я думаю, портал какой-то. Да, мне кроме как ловить заняться больше нечем. Я такой смотрю, куда заходить? Я пока их ловлю, рейд умрет. Ну вот это вроде он кидает дар Йоксарона. Ну, короче, изи, просто... Короче, это все была хуйня. Не надо ни на что смотреть, надо просто... Надо хуярить. Просто, блядь, 1-2-3, один... Да, понятно. Да, просто ебашить, просто, что, блядь... Вот был бы Арканав живой, мы бы сейчас добили, блядь. Там нехуй было бить. Че он лежит? Не. Че он лежит? Он полностью заметился. У самурая нет пути, есть только цель, блядь. Да, просто ебашить. Этот босс вообще нахуй изи, блядь, по сравнению с предыдущим. Хуя, блядь. Просто нажимать, хуяришь. Главное... Сколько она у тебя? 5? Этот? Хуй. Это чтобы заменить руки. Чего еще раз? У тебя 5-4 на ДД, чтобы заменить руки? Не, на ДД у меня только 4 куска. Где... надо взять, да? Где Арканавт нахуй? Чё за хуйня? Вон я... Короче, перчатки тебе по-любому ставить надо, а не потому что лучше, чем голова будут. Я написал тебе ФСБ, вон или все написал, да. Чё он не встаёт, блядь? Ну вон, я ему написал. И босс реально херня какая-то.
Легче, чем тот. Да, блядь, тот Локи, ну вы, блядь. Локи, демон. Не жить, не жить может фирять паладин. Че, вы на ком, пацаны? Привет, на совете. Воед, ебать. Че? Ты что, решил заболеть, чтобы на РТ попадать? Ты что, с ума сошел, что ли? Так и есть. Вы в Целкаде Сигер, да? Нет, на Малокрасе мы. А, параша ебаная. Я, блядь, в этой тюрьме ебаной, говно, блядь, сука. 10-25? Ладно. 10, ну. А Славик, у нас босс, тактика. А, я заливаюсь. Шаг лишь звезду. Череп будем заливать просто кливом. Нет. Че нет? Ты ебанут, он фиряет нахуй милипати. Блядь, и кто тебе будет фирять его? А, он фиряет милипати. А это что делает? Я хуй знает. Он шеф просто, но чему это? Юля, ладно, шаг лишь звезду. Алло, блядь. Чужим комнат. Сука, чё с ним за хуйня? О, Женя размутился. Пиздец, блядь. Что там? Чё тебя там сделали с тобой, нахуй? Да, блядь, забейте, дядька напился, нахуй. Знать, на разговоры его тянет. А я думал, себе этот опять... Ты ему тактику скажи, нахуй, на этого босса, нахуй. Он охуеет. Он тебя, да, приходит со словами. Ты меня уважаешь? А ты ему скажи, блядь. Не, он мне звонит, типа, ну, просит, чтобы я ему скинул карту, чтобы он все не пропил, блядь. И он мне это говорит, сука, каждую минуту, блядь. Что-то сказал, скинь карту, блядь, и так 11 раз, я ж посчитал. Блядь, короче, смотрите, припоты оставляйте на 50% и просто... Дайте припот. Да нет, припот, у меня один остался. У меня было их 40 до этого рейда. У меня было 0. У меня касок 47, да. Короче, это, давайте, это... блядь, бурстить нахуй. Ёбаный рот, блядь, это пиздец. Все. А чё, куда вставать? Подожди, ставьте подпост еще больше. Эх, короче, смотри, когда на тебя нам выбрал, ты должен под глыбу их просто взорвать под себя и ТП дать. Вы готовы, okay, блядь? Не, на гриле ты дай его тут. И когда, ну, что, говорят... Видите, да, когда забежать... Вероника вылетела, походу. Вероника? Ну ты смотри на миссии, блядь. Еще задом напил. Оп. Майкл Джексон. Пошла жара, ебать. Не башит, нахуй. Опа, давай. Погоди, я, блядь, это сниму хуйню эту. Отойдите от ее лица, да, я, блядь, стану это, чтобы ракурс был. Отойди, кто там, вот. А, и башим. Сейчас я там танец нажму. Ебашим нахуй. Хорош. Исчезла, блядь. Такие дураки, блядь. Знание прошел успешно. Блядь, вы такие дураки, пиздец. Сам дурак. Блядь. Три полоски. Знаешь, смотришь на реально на танец Зандара, и в голове просто песня три полоски. Давай, это я устала. Раздевайся, короче, бля, сейчас видос запишем. Нашел кого рассеять. Давай, открывай окно персонажа, короче, там снимай этот грудак, короче, плащ, там всю вот эту хуйню. Чтоб... Русский. Давай, у кого там женский персонаж есть? Вон, грилли-то, ебать. Грилли-то, раздевайся. У Хурюка, у него эридарочка. Потом пацанам будем показывать, блядь. А как это, блядь? Блядь, Зандалар, эти ваши босоногие, нахуй. Бля, пацаны, мы же неправильно делаем. Как вы вообще с двумя пальцами, сука, живете на ногах, нахуй? Ногти не надо стричь. А, блядь. Вокруг, нахуй, пацаны, Зандалары, давай. А, это Джорджо референс будет?
Вероника, что тебе там... На хурика все, на хурика. Вероника, что тебе там тетка звонила, блядь? Вам нет, пусть... внезапно интернет отобрали. Пусть середарки по там еще этот... Сеть не может раздуплиться, чтобы я платил. Погодь, у меня пинг пройдет. Да у меня сейчас будет там... Пинг, знаете, кстати, я забыл. Пинта нужен. А что вы дамаг получаете? Что происходит? Вот вечеринка. У меня один костра стоит. У костра стоишь, танцуешь и я музыка такая. А я ясно. Берите шарики, нафиг я деньги на них трачу. Ну короче, что? Надо просто забустить. Что бы делать в банке? Да короче, гоу. Почему, кстати, фласки нету? Где фласки? Вероника, готова? У меня нет, есть фласка. Нет, подожди. Тут упражнение чекнем, нема свои фласки. Пинг лютейший. Она, смотри, стоит не с пульти. Подожди, ой, господи, что за телепортация? Ебать. Она телепортируется. Ты готов? Блядь, 4 минуты БК Фаскина. Давай, сейчас во время боя разлагает. Все, давай. Все, готовы? Все, гоу, без припота уже. Припот оставим на последний. Когда мабы было 5 метка будет? Да я не знаю, у тебя была метка? Да нет. Я ебу. Нету метки. Ну так, посмотрим на кого. В мелизон ушел. Так будет. На метку. Все, так же ставим его. Отошли милики, а милики, видите, лужу? Все, внутрь зашлись. Ебать. Что, блядь? Алло. Ты че, ага. Это был? Да, если выйдем. Мы выйдем один служит. Первый раз как-то лучше, но... По своей личной сейвы ты нажимаешься тоже? Я поражался его. Вот, сука, он еще не пускает, падал, блядь. Если я вышел. Получается, вначале лучше в центре стоять, правильно? Да, стоять. Угу. Оно же это кон... Это... Что это такое? Как мы первый раз сделали, нахуй? Ну, прохилилось как-то первый раз. Вот меня так. Даже не задамажило в первый раз. Первый раз мы дамага столько не было. Хант вообще прыгнуть может через эту херню. Я ждал, пока она под ногами будет, чтобы я прыгнул. Там либо сразу надо на край убегать, либо стоять в центре. Ну я просто в центре стоял, мне даже не задамажило. Я еще прожился. Ладно, буду короче. Может не зыбку попробовать дать, а в конце уже этой хуйни нету. Тогда уже гимн плюс 2 друида спокойствия. Почему? Там же нас убила вот эта хуйня, которую он дышит вокруг. Ну? Нас бублик. Дыхание мрака вроде. Ебать, обрадовали такие. Дошли. Да ебать, это хуйня, сейчас перед... зерганем нахуй. А ты от тьмы ауру поставь, и на дыхание мам можешь сдать. Или третью держишь. Да, она же тьма идет. Вот взрывающаяся тьма меня показывает, и волны мрака нахуй. Сфера это тьмы, фигма. Это что такое? Хуй знает, что это. Ну вон сферки летят же. Может, сапроты блядь. Надо пить, блядь? Это урон не хватит. Да и похуй. За ДПСим. Под сапротами. И в 3 хила, блядь. Мы без Жени его, блядь, до 16% довели, блядь. А что ща бурстанем? Ну, да. Пиздить, блядь. Главное вот на этой фазе выжить. Нет, ты отходил мы его до 16%. Нет, серьезно. Довели. Реально. Да, половину снесли. Чё, вы вот готовы? Если бы ты бы был, мы можем... Тогда я пойду полежу. Ну, подожди, да блядь, давай быстрее уже. Пиздец мы здесь, целый я день. Я уже хавать хочу. Мне. Давайте, давай. А где сапрут не проезжал? Вон шарик пускается, там шарики, кто-то стоять должен всегда. Смотрите, тьма. И сразу вперед. Прожали личные такие киваны и резко. Сразу иногда. Шарик, видите? Шестой шарик. Пристабав, бабать, мы лапку ей, каску. Каску сама по себе, да, у меня последняя осталась. Не зыбкая, если чё, КД. Кто-то прихил? Ебать.
Встал. Сейчас за кем-то идут. На вис пишет. Вроде как. Не, на меня. На меня. Не, на меня. На вис. А на тебя все взорвешь их? Ебать, ну под шариками кто-то сидеть должен, алло, вы не слышите меня? Почему вы из шариков ушли? Пусть РДД. Кто-то ушел из шариков и просто пиздец. РДД в шарахе. Меликом. Ебать, первый трай был заебись, потом да, как-то говно пошло. Мы же все правильно делали, а сейчас что-то забили на эти шарики. Ну, в первый раз ты встал. Я встал в один шарик, а там еще шарик был. Пусть кто-то еще из РДД встанет. Назначь кого-нибудь. Да что назначать? Они рядом стоят шариками, они просто сами вышли из него. Это почему-то. Заливать надо? Блять, они просто идут. Нет. И у тебя взрываются, и все. Они взрываются. Тебе главное... надо одному их принимать, или под вилками принимай, и под ними лужа появится. Главное не вредить им, да, взрывать? Там дамаж. Ну, можно в три хила попробовать. Ну тогда это уже нам все. Правильно, то и так нормально прохиливается. Но если каждый лишний сейв будет прожимать, то... Ты дай частицу на себя, чтобы ты не сдохла. И хуярь, хиль, я не сдохну точно. Пусть бабл прожмет просто. Реально, не-не, частицу на себя кидай, это хорошая идея. Давайте. Кулак. Да, вон, возьмите. Чё, готовы? Кулак. Кулак. Что не? Кулак. Все, гол. Вот, вот от чего это? От чего? Как это, блядь? Дыхание мрака и взывающая тьма. Я не знаю, нахуй. Лучше, это, лучше не зип куда на это. Так была нахуй, они а под незыбкой сдохли, блядь. Какие прожимки они под незыбкой сдохли, блядь? Не знаю, да, нахуй. Ну почему так, нахуй? Раз залетел каст. Говно ебаное, блядь, ненавижу ебать. Ну, взрывающаяся тьма, это... Вот это лужа, походу, да? Это взрывающаяся тьма. Из лужи мы не знаем. Там надо по краям комнаты убегать. Я прожимаю, у меня даже не зубка, а этот... Дубовая кожа не спасла. Может, наоборот, надо быть тупыми и нихуя ни... никаких дефов не прожимать. Да. В одного хила, нахуй. Может, вообще без танка, блядь? Без хила? Просто... Зачем? Да, и сразу босс упадет, нахуй. Таунтит туда-сюда, да, босса просто? Таунтит, в натуре, давай таунтит. Погнали все в ДД, вообще без хилов, без танков. Ебать. Мне кажется, дуракам, блять, везет, нахуй. У меня есть у кого барабаны, у меня нет. На каске? Да, все. Есть, да. У меня еще 2 заряда есть. У меня 46 зарядов. Не, мне давать не надо их нажимать тут. Заебал, ты их сделай. Барабанчик. Есть сопрот у кого-нибудь? Да пейте сопрот, кто умирает. Не знаю, нахуй, там столько писанины, я ебал эту хуйню читать, нахуй. Почему нельзя, сука, 3 механики сделать? Там, блядь, сука, 12, нахуй, механик разных. И текста, нахуй, хуй, охуеешь читать, нахуй. Ага, ни одна из них не работает. Пинту, дайте. Дай сопрот, Нурик. Нет сопрот. Сейчас. Давайте как-то смотреть, вот каждый каст босса, вот как называется, и что после него происходит. Прям запоминать надо, смотреть, блядь. А вот сферка летит, мне надо ставить. Потом еще на ютубе можно будет пересмотреть видео. Потом вот эта зона, в которой выжить надо. Первый раз по норм, выжили. Сейчас повезет, поймаем момент. Thank you.
Так, надо мной, там мой. Так, удар это я просто обдал. Вот это же. Пошли, теперь вперед. Все, прожались. Все, выжили. Давай, знаешь. На второе я сдам спокойствие. Сейчас портал будет вырывающийся, тьма смотрится. Он кинет метку и ее прикинет на мне. Сейчас фаза уже скоро, смотри. Руки сзади, руки сзади. Дал не зыбку на всякий случай. Милизона. Геру, давай, Герус, давай. На кого-то в милизоне, на танка по уходу. А мне похуй, я под незыб. Не на хурёк. Он появляется, отведи чуть-чуть, босс. Сфера из тьмы вышла. Если чё, массакру дашь. Давай, 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 блядь, пиздец пробывает. Выйдите из милизона. Массакру. Идите, отойдите от меня. Отвёл. Это что такое? Скажешь? На хп, на хп. Мы должны в них стоять, давайте. А, тут еще лужи разливают. Два хила мертвые. Пиздец просто. Вы видите вот эти лужи? Вы должны из них выйти. Вы типа их разлили и все. А эти лужи всех убили. Да, так там вот. Лужи. Поэтому ты лужу разлил все. А лужи это из портала? Нет, лужи эти из-под мобов, они типа взрываются и ну, лужи. Да, 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 я и говорю, да. Там кто-то да. В мелизоне стоял и... Ну вот их стоял. На нем уже был. Не, это Курюк, по-моему. Нет? Нет, не ты? Так Войдж же сказал, что ему все равно. Он же понимает, о чем он говорит. Тогда ему надо было отвести. Чисто бегать по залу. Хуёво-то, что на него руки упали. Короче, я нихуя не понял. Ну, первая фаза изи. Ну, прикольно, конечно. Не сильно, но прикольно. Это хотя бы не по шпалам прыгать. Они взрывают силу уже под собой. Да, в натуре предыдущий босс говнище, блядь. Чем вам, блядь, босс не нравится? Дерьмо ебаное. Ну, спокойно залить первого трайма. Блядь, чтоб я еще раз в тюрьму пошел, блядь. Короче, сейчас если на ДК шмот не выпадает, нахуй, я просто сюда не пойду больше, блядь. Я уже хотел уйти, блядь, то, что надо было, не упал. Давайте, блядь, че, ебашим? Кулак, 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 стой, 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 кулак, кулак. О, все. Мрак, мрак, мрак. Че, ебашим? Шип повешу. Богу. Тьма, отошли. Зашли быстрее. Ты я не запугал. Смотрите, круг рядом, встаньте в мили кто-нибудь. Бать. Остал. Да. Хуяй, ты можешь бить босса? Нет, нет. Ну тогда бей босса. Встаньте. Нормально. Бей босса просто, все. Вон, сверху под кого-то кинул. Иннер дал мне руки. Да Иннер тоже. Руки сзади Фонкич. На Вику что ли, да? А нет. Хуй пойми на кого пошел. Развить Гера пошел. Давай. А это на Най. Да просто по одному разбей быстрее. Да ты их взрываешь. Мас, дай мас, дай. Хильте его, хильте. От хилов не убегай, от хилов не убегай. Он хил. Дай это, дай сбаунд. Быстрее, у нас умирают люди. Сбаунд, нахуй. Там уже опять. Отбавь, проклятие. Спокойствие сдал. Спокойствие дал. Отошли, сейчас здесь будет какой-то сверки. Ебать! Ходит. Как это вообще прохитно? А чё так много урона? А он не ходит, этот пидор, видишь, он не ходит за мной. Надо в трехилайн. Нет, тут видишь, тут миликов еще сверки дамажат, что вот эта хуйня.
Может, феры заливать надо каким-то образом? Ну да, их надо убить. Там типа сокрушение должны кинуть плюс звездопад, и они умирают. Короче, да. Милики, тогда после просто этой херни бы этот. Феры ломать надо, да? Кливайте просто. Потому что очень много урона. Плюс потом под дыхание и айсбаунда нет. А ты когда айсбаунд сдавал? Вначале, на первый блин. Он давал. А, ну, на второй там сохранять как-то, иначе пиздец. Ладно, не буду сдавать. На первое не давай. А сколько в ДЦ спектр? Там первую эту задумал. Ну давай в 3 хила попробуем. Как раз щитки ну, будут. Тайминги легких можно подучить. Когда типа первая прокает, ты встаешь там, где допустим третья. Ты ее на рейндж встаешь, а потом переходишь в центр и все. Да. Типа центральная, появляется, ты стоишь на самой дальней и в тайминг перебегаешь просто, и тебя не дамажит. Надо в зоне этой сферы быть. Это не та сфера, которую он бросает. Еще какой-то, блядь, теневой колодец. Ты чё? А пусть века, да, это спит. Хуйня ебаная. И щитки были. Еще. Ну, она дамажит много. Вот, это вторая сфера, вот, которая... Это сфера. Звая две сферы, которые... Дамага хватит. Ладно, давай я на первую сферу встану, босс один хуй не двигается. Вика, вставай. Параша ебаная, я ненавижу, блядь, ебаное говно, этот инст. Сейчас опять кольчуга на крит упадет какая-нибудь. Ага, в натуре, блядь, параша, блядь. Палка мне пускай упадет. Нет, упадет кольчуга на крит. Хоть бы разная пускай падала, что нахуй. Дрифковая. А полонир для БМЖ, пусть падает, как пусть. Сука, если блядь. Бы. Тупые админы, блядь. Яблоко с червяками, да побольше. Слышь, Нурик, а там этой хуйни уже время прошло от первой сферы? Улучшалка с первого босса, что там, время уже прошло? Какая улучшалка? Там да, улучшалки падают. А, ну да, а то время пройдёт. Да там с первого уже прошло, блядь. Да? Там уже 3 часа прошло, четвёртого. Ну. Блядь, по-любому уже первой нихуя нет. Пусть РДТ встают под сферы, я вообще нет. Если у вас кидает, какой может быть РДТ? Да какой у нас? Ну, там рядом что? Со мной сфера была, но я не мог, я встал, я не мог, не доставал до босса. Вообще. Ну, я когда подвинулась, меня заменили, любезно. Это было очень благородно с вашей стороны, спасибо. Ай, ебаный босс, блядь, говно, блядь. А ведь как его хвалили, говорили, что он легкий. А как радовались. Так мы не, его потому что чуть не разъебали, да? Не, тут ну самое да. Проблемное, это вот фаза со сферами. Опа, минус свет, походу. Все, пацаны, расход. Все, расход. Ура, сейчас будет перекус. Пойду хавку наложу пока. Отойду тоже. Ебать, а это что такое?
Так что там с Нуриком? А, Светов.